В Ильхотовском многопрофильном колледже провели антинаркотическую квест-игру. Участие приняли студенты-спасатели первого курса. Ребят разделили на три команды. Им нужно было преодолеть 6 так называемых станций. Спортивное, здоровье, законы жизни, альтернатива, выход есть и 18 вопросов о психоактивных веществах. Решали задачи ситуации, выполняли спортивные задания, проходили лабиринты. Организовали квест-игру Центр социализации молодежи Кировского района и администрация колледжа. Квест «Игра «Мы здоровое поколение» проводится первый раз у нас в Кировском районе. Это как бы для нас новый опыт ведения такой игры. Ребята первого курса активно приняли участие в этом мероприятии. Мы в дальнейшем планируем сотрудничать с Центром социализации молодежи для того, чтобы проводить совместные мероприятия.